Этот удар является ударом. Видите? И так же я скину. Вот он здесь. То же самое. Николай, чуть помедленнее, пожалуйста. Вот левой рукой куда вы бьете? Как бил в 6. Вот он стоял тогда. Я бил. Раз, два, три. Теперь он меня бил. Я так же делаю. Раз, два. Только укажу сюда, потому что он повернулся ко мне. Уже спиной сошлись. А если он другой рукой бьет? Другой бьет рукой. Раз, два. Мы не ловим удар. Увидел движение, я бросил туда. Я бросил ему в лицо. Бам! Поэтому у меня при движении удар, видите, как выстраивается. То есть я уже подбиваю, даже если не успеваю ударить, уже подбиваюсь рука. Почему? Я об этом не думаю, оно само происходит. Я просто буду... Бам! Вот он здесь уже. Вы просто должны реагировать на его движение, на любое. Как флюгер на ветер. Ветер потом, флюгер. Реагировать вперед. Конечно. Атаковать его. Да. То есть он атакует, атаковать его. Да. Мы не защищаем. Если будем защищаться, получится раз, два, три. Мы так, потом, пока мы там сообразим, выйдем в эту. Конечно, если у нас класс выше, мы победим. Но мы же еще раз говорим, мы не знаем, с кем мы встречаемся на улице. Он будет тут в бабочке там ходить, я не знаю, там черный кость у него. И если я так прикину, то ты говно сейчас левый. А он не говно. А он очки вот так вот снял и голову где-то оторвал нахрен. Вот и все. Поэтому мы должны уже изначально рассчитывать, что он не говно. Что он серьезный человек, раз он на тебя попер, ну пусть он дурак, ну дураки тоже. Вот поэтому, то есть, чтобы не убить, можно не бить в голову, можно ударить и в челюсть. Бам! Через. И все равно сотрясение мозга. Но он бьет левый. Правый понятно, левый. Видите, сразу движение. Прям бить быстро! Хоп! Вот, один раз, и все. Мы не делаем это отдельно, вот так же. Мы всегда как бы ай! Ай! Инстинкт самосохранения. Безусловный рефлекс, он его не выживет.